Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І сьогоднішня наша розмова піде про торгові відносини з країною, з якою ми маємо не тільки торгівельні, а дуже тісні зв'язки іншого кшталту. Але з 1 січня запрацює і вільна економічна зона між Україною та Ізраїлем. Чому вона не могла запрацювати досі і що принесе цей формат обом країнам? Про це поговоримо сьогодні з гостем. З величезним задоволенням представляю Євген Шульгін, голова наглядової ради Торгово-промислової палати Ізраїль-Україна. Пане Євген, добрий вечір. Добрий вечір, здравствуйте. Рад вас привітати в Харкові і ваших зрителей також в Харкові і по всій Україні. Що ж, наскільки я пам'ятаю, розмова, власне, практична, в практичному полі, розмова про те, що між нашими країнами запрацює така зона, це ще, здається, історія літа 19-го року. Але чомусь, попри те, що Україна ратифікувала цю угоду, в Ізраїлі цей процес затягнувся. Чому так? Ну, по-перше, разговор о зоне свободной торговли начался еще в 2013 году. Этот процесс был очень длительным, непростым. Много вопросов поднималось. В конце этого процесса переговорного было принято решение уже стартануть первый проект. Это тот договор о зоне свободной торговли, который мы с вами сегодня увидим, и о котором вы задали вопрос по ратификации его. И это не конечная цель, а стартовая. В 2019 году, в январе, был подписан договор, и дальше происходило ряд процедур, которые обычные технические процедуры для ратификации таких договоров между двумя государствами. Первая процедура, одна из частей процедуры, это является утверждение в Раде, а потом в Кнессет, это израильский парламент, этого договора. В Раде утвердили его довольно в течение там, короткого времени, а в государстве Израиль этот вопрос затянулся, и он был связан ни в коем случае не потому, что не хотели этот договор, наоборот, а с тем, что у нас в Израиле было впервые за историю государства Израиль 3 раза подряд выборы правительства, и вот только с 3-го раза правительство было выбрано, и несколько лет подряд не принимался бюджет из-за такой длительной процедуры выборов. И, естественно, договор о зоне свободной торговли не мог стать первой причиной обсуждения парламента. Угу. И как только появилось окошечко, нужно сказать, что дипломаты обеих стран очень сильно старались и приложили невероятные усилия. Мы даже не ожидали, что в конце этого года он будет подписан, но к счастью нашему, для обоих государств это подпись и ратификация, не подпись, а ратифицирован. Эта ратификация произошла, и мы как Торгово-промышленная палата Израиль-Украина этому очень рады и давно ждем, и надеемся, будем по нему сотрудничать и в дальнейшем. Ну, дивіться, є в Україні є досвід вступу до Всесвітньої організації торгівлі, є досвід підписання великої угоди, всеосяжної угоди про асоціацію Україна-ЄС і про зону вільної торгівлі. Тобто це такі фундаментальні документи, які, в принципі, напевно, для української торгівлі є базовими. Що дає зона вільної торгівлі з Ізраїлем? Що додаткового дає? Адже, наскільки я розумію, принципи, скажімо, Всесвітньої організації торгівлі, вони базові є для всіх, вони універсальні, і, напевно, що додатково там вигадати щось досить важко. Тож, що дає додатково ця зона для України і для Ізраїлю? Я би розділив цей вопрос на 2 основних направлення. Первое направление – это прямое направление, назовем его так. Это то, что будет доступно для импортеров и экспортеров обоих стран, и Украины в том числе, при экспорте товаров из Украины или импорте товаров из Израиля. Это налоговые льготы. Значит, налоговые льготы здесь делятся на 4 категории. Это те налоговые льготы, которые будут
даны немедленно с момента запуска договора. Это налоговые льготы, которые будут даны через 3 года, как запустят договор, через 5 лет и через 7 лет. И эти налоговые льготы будут действовать для двух категорий товаров. Это для агропромтоваров, аграрной промышленности и промтоваров. Вторая часть, что является не менее важной, а, наверное, даже и более важной с нашей точки зрения, это конвенция, пан Евромедконвенция. Это конвенция, в которую входят и Украина, и Израиль, и еще более 20 стран, включая практически весь Евросоюз и Турцию, которая говорит о следующем, что товары, которые произведены внутри этой конвенции и имея договор о зоне свободной торговли, такие товары и услуги могут быть беспошлинно ввезены в страны конвенции. Но если говорить простым языком, для Украины появляется окно беспошлинно ввозить товары в Евросоюз с помощью совместных израильских производств. Поэтому это намного больше, чем просто такой договор о зоне свободной торговли обычный, который есть. И второе, что это уже третье, о чем бы хотелось еще сказать, что на сегодняшний день весь мир столкнулся с проблемой того, что все производство находится далеко в азиатском регионе, и у наших азиатских коллег, и из-за того, что сейчас произошла пандемия, к сожалению, и из-за этого вся экономика вынуждена перестраиваться, да, нельзя нормально перелетать из одной страны в другую. Это самые простые вещи, ну, не говоря уже о логистических проблемах, которые сегодня существуют, то Украина становится, вместе с таким вот договором, с таким соглашением, становится альтернативой азиатским странам для производства продукции, которую Израиль продает в Евросоюз или в другие страны, которые находятся близко территориально и логистически. У Израиля большой рынок, больше треть рынка является продукцией, которую продают в Евросоюз. Поэтому этот договор открывает очень много, кроме прямых, вот, льготных таможенных пошлин, открывает очень много интересных направлений. Я вірно зрозумів, що мова за умов того, що договір запрацює найближчим часом, мова йде про те, що, скажімо, до нього український виробник мав можливість, скажімо, експортувати до Євросоюзу певну кількість продукції, скажімо, за квотами, так, без мита. А зараз, якщо це буде спільне україно-ізраїльське виробництво, то так само без мита і без квот можно экспортировать уже до Евросоюза всю продукцию, фактически, так? Я не могу вам сказать про то, что разрешено с точки зрения между Украиной и Евросоюзом. Это наша область действия. Мы торгово-промышленная палата Израиль-Украина и находимся в государстве Израиль. Поэтому я могу только сказать за наше направление между Израилем и Украиной и Израилем и Евросоюзом. Это то, что о чем мы можем поговорить. Речь идет не о квотах, а речь идет о тех товарах, которые попали в договор. Да? Те товары, которые будут находятся в договоре и имеют льготу о пошлинной льготы, эти товары могут, если произведены совместно, в том числе с добавочной стоимостью в государстве Израиль, могут попадать беспошлинно в Евросоюз. Это да. Яким чином це може запрацювати? Мова йде про те, що, скажімо, на українські підприємства заходять ізраїльські інвестори, і таким чином це стає спільна продукція, так? Ну, например, даже самая элементарная упаковка государства Израиль украинских товаров уже является совместной продукцией. Да? Поэтому таких совместных предприятий и совместных
Действий может быть много. Я думаю, что нет смысла сейчас их всех перечислять. Но начиная о совместных предприятиях, заканчивая о производства или частичного производства государства Израиль той или иной продукции, покупая, допустим, технологии или новые какие-то ноу-хау, IP, то есть интеллектуальную properties, да, это все может являться часть конечной продукции и часть добавочной стоимости. И вот этот весь комплекс, он и может уже рассматриваться как совместный продукт, и его можно продавать на территории из... Кстати, не только в одну сторону, можно не только из Украины в Европу, но и из Европы в Украину в том числе. Есть товары, которые выгодно везти из европейских стран в Украину беспошлинно. То есть это работает две стороны. Ну, конечно, я сейчас не хотелось бы вводить в заблуждение ваших зрителей. По каждому конкретному вопросу нужно советоваться, проверять. И мы готовы дать по мере наших возможностей всем ответы или направить к экспертам, которые могут разъяснить точно, как это будет работать. Сейчас над этим работают разъяснением также государственные органы для того, чтобы разъяснить таможенным службам, как это делать, потому что еще есть большой аспект технический, как с этим работать. Но однозначно это должно способствовать и побочному эффекту, который является очень важным, это совместных вопросов о совместных инвестиционной деятельности и совместных фондов и совместных инвестиций. Я б хотів спитати про стандарти, бо свого часу стандарти європейські були дуже великим викликом для українських підприємців, виробників будь-якої продукції, сировини в тому числі. Наскільки ізраїльські вимоги, ізраїльські стандарти відрізняються від тих, що застосовуються в Євросоюзі? Доводилося читати, що вони в певних аспектах набагато суворіші. Вы очень правильный вопрос подняли. Стандарты – это ключевой вопрос экспорта и импорта. На сегодняшний день что происходит, что некоторые стандарты являются таковыми лишь в рамках сертификации. То есть нужно получить сертификат того или иного стандарта или лицензию там, продажи тех или иных товаров в зависимости от регулятора или законодательства той или иной страны. И для очень многих израильских производителей такие стандарты уже есть, и они работают. Действительно, есть часть этого стандарта технологический аспект, да, чтобы соответствовать стандарту, а есть часть этого стандарта, и очень немало, это бюрократический аспект для того, чтобы получить тот или иной стандарт или сертификат в том или ином государстве. Поэтому для украинского производителя здесь открывается возможность пользоваться, ну, условно говорить, пользоваться, да, я в кавычках беру это слово, но использовать наработанную базу тех стандартов, которые есть в Израиле, для совместных производств, совместных товаров. Конечно, они должны соответствовать тому, что есть, но это ускоряет несоизмеримо возможность выхода на рынок Евросоюза і получення тих чи інших стандартів. Просто ті, хто вже пройшли цю процедуру, такі є, і таких компаній становиться набагато більше щороку. Їм теж доведеться проходити цю процедуру і для того, щоб вийти на ізраїльський ринок, я правильно розумію? Ну, надо смотреть по конкретным группам товаров. Так говорить обо всем невозможно. Есть вещи, которые стандарты похожи, есть стандарты, которые отличаются. Но в очень многих вопросах они довольно похожи. Мова йде про вільну торгівлю абсолютно всіма видами продукції, або все ж таки є певні обмеження. Конечно, конечно, это далеко не все виды продукции. И, как я вам сказал ранее, во-первых, это не сразу все. Во-вторых, это только два типа продукции, это агро и промтовары. Это далеко не покрывает весь рынок продуктов, который есть между двумя странами. И это не покрывает вообще вопросы сервиса, сервисных услуг. Надо сказать, что даже в области IT между Украиной и Израилем очень большой товарооборот, он просто не считается ни одним из стран
и его очень тяжело, кстати, посчитать. Он, в принципе, соизмерим, вот сервисная часть, по нашим оценкам, соизмерима с общим товарооборотом между двумя странами, то есть это еще столько же где-то. Этот вопрос вообще не покрыт, и поэтому вот как раз этими днями обсуждается, не только этими днями, но сейчас в том числе, обсуждается построение следующей комиссии, подготовку начать работу над следующим этапом договора о зоне свободной торговли. Это стартовая позиция, она много всего в себе включает. И в ближайшее время мы, как торгово-промышленная палата, и будем делать специальные семинары, вебинары на эту тему, потому что это тема докладов в несколько часов, для того, чтобы как-то хоть немножко объяснить предпринимателям и различным организациям, как с этим работать. За время нашего с вами эфира это невозможно так сделать, но есть целые группы товаров, которые, понимаете, из чего исходили? Исходили из того, что уже сегодня, что есть на сегодняшний день. Потому что между странами есть торговый оборот. Этот торговый оборот смотрели, какие товары продаются одной страной, какие товары покупаются другой страной. И исходя из этого, пытались построить оптимальное решение. То есть не включать все товары, которые ну, и так не продаются. Нет смысла туда включать. А переговорный процесс может затянуться очень долго. Поэтому включили те товары, которые наиболее популярны между двумя странами в области торговых отношений. Знаєте, я перепрошую, просто склалося враження, що там не тільки мова про те, щоб дати доступ ще більше популярним товарам, а про те, щоб захистити певним чином свого виробника. Бо все ж таки, коли про якщо проаналізувати, я не читав, звісно ж, текста повного цієї угоди, але знаю, що там, здається, близько 70 позицій, по яких знімається мито для промислових товарів, і приблизно 6, здається, або 7 позицій, по яких знімається мито для сільгоспвиробника, тобто, ну, очевидно, що з більш легким серцем запускається, скажімо так, обмін промисловими товарами, а все ж таки аграрний сектор, він більш таки консервативний. У мене є підозра, що просто є певний намір захистити себе. У обох країн, до речі. Я не знаю, наскільки я правий. Смотрите, дело в том, что там, во-первых, по аграрному управлению довольно широко описано, например, там, мясо птицы, да, то есть это очень обширный аспект каких видов, да. Это раз. Во-вторых, не забывайте, что в Израиле есть понятие кашрута, которое никто не прописывает, естественно, в таких договорах, и нужно пройти целые процедуры технологические для того, чтобы это происходило. Поэтому это не вопрос того, там, 70 или 6, равенство или неравенство. Это вопрос реальных перспектив и реальных возможностей. В этом основной, наверное, ключ кроется. Ну, естественно, это не все покрывает, как я сказал ранее, но это основное, что сегодня есть. Есть товары, которые в Украине просто не производятся, и они не могут быть сюда включены в сельскохозяйственной промышленности. Всякие разные экзотические фрукты, смысл их сюда включены. Цитрусы, насамперед, звісно, что так, израильские. Все знают, все любят, это очевидно так, что у нас таких позиций немає. Але з нашого боку, скажімо, ті ж самі зернові, наскільки я розумію, це, ну, напевно, може складати там певний виклик, якщо вони, я не знаю, чесно кажучи, чи вирощуються такі самі культури в Ізраїлі, але, напевно, що можуть загрожувати місцевому виробнику. Я ось про що, власне, казав, напевно, там є... Пшеница, хлебобулочне производство, воно все включено в першу стадію возможности на любой пошлины поставки из Украины в Израиль. Поэтому это как раз да, предусматривается. Более того, это, кстати, нужно заметить одной из самых крупных частей экспорта Украины и импорта Израиля на наших совместных торговых отношениях.
От якщо взяти реальну ситуацію, та яка є наразі, ситуація актуальна з товарами, які затребовані в Ізраїлі, які затребовані, звісно ж, в свою чергу в Україні, щодо яких виробників, якої продукції буде ця зона вільної торгівлі, для яких вона буде вигідна, яким, можливо, є сенс зацікавитися, почати якісь дії, щоб включитися в цей товарообіг. Ми вже згадали про те, що є сільгосппродукція, є цитрусові, є хліб з нашої сторони і так далі. Що купують українського більше в Ізраїлі, що купують ізраїльського в Україні? Ну, коли чоловік приходить в магазин, він покупає те, що йому подобається, вне від зависимості від производителя, більше це питання ціни і качества. От iPhone, да, мобільний телефон производить в Китаї. Но его хорошо производят, поэтому от этого не меньше его не покупают. Или в какой-то другой стране какой-то другой товар. Поэтому вопрос качества и цены, которую вы за него дадите, это простой вопрос. Чем больше будет товаров той или иной страны, ну, допустим, той же Украины в государстве Израиль, тем больше их будет покупать. Рынок всегда существует, и наоборот. Но я бы хотел подчеркнуть, что одна из проблем, вот, помимо рынка Израиля, это выход украинскому производителю на рынки Европы. И помимо того, что вы правильно сказали, сертификаты, и помимо того, что есть пошлины на те или иные товары, есть еще очень важный аспект. На рынок зайти с улицы очень сложно. Это большая долгосрочная работа. И в данном случае вот такой вот договор, даже на товары, которые не попадают в этот договор или не сразу попадают в этот договор, как товары, на которых отменена пошлина, могут являться как сопутствующие товары, могут являться возможностью завести украинского производителя на европейский и не только, кстати, европейский рынок. Потому что вот представьте себе ситуацию. Вот у меня есть на сегодняшний день производство в Израиле. И я торгую каким-то продуктом на американский рынок, на европейский рынок, на латиноамериканский рынок. И мы с вами начали успешно сотрудничать на рынок европейский. Почему мне не взять вашу продукцию? Я вижу, что у нас хорошее сотрудничество. И не начинать ее продвигать на другие рынки, с которыми я работаю. Мы все будем на этом зарабатывать. Поэтому это дает очень серьезный аспект. Такие вот договора в принципе, не только с Израилем, а в принципе по миру, дают очень серьезный аспект для совместных предприятий, совместного инвестирования, совместного развития технологий, совместного вхождения на те или иные рынки. И это самый большой... Большая прибыль от этого договора. У нас хвилина лишається до кінця нашої програми. Хотілося б запитати, де підприємцям, які зацікавились, можливо, перспективою виходу на ізраїльський ринок, а через нього і на інші ринки світу, де знайти інформацію? Бо ЄС свого часу дуже багато інформаційних програм запроваджував для підприємців українських, щоб вони зорієнтувалися в нових умовах і змогли, ну, безболісно вийти на нові ринки. Що робить Ізраїль для того, ну, і, звісно, напевне, Україна для того, щоб наші виробники і ваші виробники таку информацию отримали. Где ее искать? Очень простой ответ. У нас есть, как наша страничка, торгово-промышленной палаты. Можно найти торгово-промышленная палата Израиль-Украина. И есть Facebook страница. Мы там будем проводить семинары. Об этом публично публикуем. Эти семинары абсолютно бесплатные. Они будут сделаны совместно с нами и государственными структурами, и экспортными институтом. Поэтому вы можете там найти эту информацию. Кроме того, мы всегда открыты для запросов. И когда под конкретный вопрос мы будем стараться дать ответ, где можно найти именно в этой области ту или иную информацию, и как с этим поработать. Поэтому пишите нам, мы будем рады с вами посотрудничать и поддержать.
Ну, а ми були раді поспілкуватися з вами, пане Євгене. Дуже дякую за цікаву розповідь і сподіваюся, що з 1 січня у нас почнеться нова сторінка у торгових відносинах, і вона буде взаємовигідна для обох країн. Я вам дякую за те, що сьогодні були гостем нашого ефіру, і дякую, друзі, за те, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Щасти вам і до побачення.